Рассказывай, 2 раза в день зубы чистишь. Какая у тебя зубная щетка? Филипс. Мама тебе помогает чистить зубы? Папа. Папа помогает? Здорово. Смягчим, расслабляй губы. Молодец. Сейчас мы нанесем тебе на зубы индикатор. Не дочищаешь, видно тебе? Нужно чистить круговыми движениями. Сметающие они, во-первых, сложные. У вас щетка отрывается каждый раз от зуба. А когда щетка безотрывно крутит по зубам, щетинки успевают вычистить все между зубами. Видите, как он круговыми движениями очень хорошо прочистил зубы. Дома хорошо использовать индикатор налета. Есть такой индикатор, но после него вся ванная вот индикатор. Сейчас компания Монкрот выпустили зубные пасты маркеры. То есть уже в зубной пасте находится маркер. Нормальной зубной щеткой он может чистить утром, вечером чистить электрической зубной щеткой. Супермен! Молодец! Налета там, где розовая, там он счищает периодически, а там, где синяя, он эти места не счищает. Да. Десны не прочищает. Да. Какие у тебя белые зубы? Все хорошо, проверила все зубы, все замечательно. Просто осмотр у стоматолога. Это радость. Новость. Да. Спасибо.